И вот эта 44-дневная война показала полный провал российского военного планирования и российской военной стратегии. При полной победе натовской стратегии, потому что, в общем-то, Азербайджан воевал по натовским лекалам и по натовским стратегиям. Понимаете, как бы велика ни была помощь России, Турции, той же самой Украины, Израиля и тому подобное, все-таки воевали солдаты Азербайджана в большинстве своем. И они воевали по натовским лекалам. У них были натовские инструктора из Турции.